Хочешь и начинаешь, я. Ну как же мне жить без позитива, когда я умираю с тоски? Хоу, хей, надо жить веселей. Жизнь не должна быть так уныла. Запомни правила, не грусти. Те, кто здесь. Здравствуйте, люди. Те, кто отдыхает, те, кто хочет отдохнуть. И те, кто думает, что работа и волк в лесу бежит. Дорогие друзья, мы хотим донести до котов. Мы умеем отдыхать, развлекательный комплекс «Позитив». Все до одного, да-да, и вы делаете вид, что вам все равно, все бритые и те, на ком широкие штаны. Вам и с детьми, поймите, как счастливы мы. Просто на секунду остановите мысли. Вы едете в машинах и метро с лицами кислыми. У вас что, дома воду и газ отключили? Потом свет и вдобавок сверху затопили. Эй, люди, улыбнитесь, не надо париться. Даже если не случилось, это все поправится. Радуйтесь каждый миг, каждому вдоху. Все довольно хорошо, хотя могло бы быть и плохо. Даже руки вверх поднимать не обязательно. Просто улыбайся в такт и будь внимательный. Жить станет лучше, жить станет веселей. Добавьте серые дни, яркие вспышки огней. Позитив парк, развлекательный комплекс «Позитив парк». Мы умеем отдыхать по-настоящему. Боулинг, бильярд, ночной клуб, караоке. Да и просто место, где можно весело, а главное позитивно отдохнуть. Позитив парк, у нас есть такие девушки. Вы живете в Москве, вы любите отдыхать, но не знаете, где именно это можно сделать. А все просто, есть такое замечательное место, которое называется Позитив парк. Развлекательный комплекс Позитив парк. Это боулинг, это бильярд, это караоке и это ночной клуб. Это место, где можно собраться и максимально весело отдохнуть. С максимально позитивным настроем. Позитив парк, мы ждем вас, Москва. Как же мы жить без позитива?